Темновато, да, немного? Всем привет, с вами Прия. Сегодня я гуляю по ночной Москве. Весьма классно, на самом деле. Воздух свежий. Все классно. Алтуфьевское шоссе 24. Я думаю, в этом доме живут хорошие люди. Честные, самое главное, держащие свои обещания. Да, на самом деле, весьма классно в Москве в текущий момент времени. Я пробовал тут сколько уже дней? 5, получается. И получается так, что первые 3 дня была очень жесткая жара, то есть градусов, наверное, под 30, а в последующие дня 2 уже дождик, то есть сегодня и вчера. Вчера, пока мы делали сходку со зрителями, кстати, можете чекнуть Инстаграм, ссылочка, как всегда, в описании, там нас также залил дождь. Мы все промокли, я весь промок, и было весьма грустно, на самом деле. Ладно, что уж, пожелаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались, всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, легендарок побольше. Берегите ноги, давайте, до скорого, и не ходите в дождь и в темноту. Кстати, да, очень темно, страшно, на самом деле.